Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, то котик перестанет грустить. Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами вновь вернем всего один из лучших кликеров по названием Food Fighter Clicker, где мы с вами пытаемся сожрать все на свете для заработка баблишка. И конкретно, ребята, мы с вами сегодня будем хорошо прокачиваться, потому что я опять же набрал гемов, серии опять же выходили довольно долго не выходили. И вот, наконец-таки, я поднакопил эти все гемы, и мы сегодня откроем много контейнеров. И, ребята, прежде чем мы продолжим, хочу рассказать про годный канал Бамбушка ТВ. На этом канале вы найдете множество роликов по самым разным играм. Тут есть и мобильные игры, и серьезные проекты, и разные инди-игры. Так что здесь ты не заскучаешь. Да и сам Бамбошка ведет ролики достаточно приятные, я уверен, он вас не разочарует. Ну, в общем-то, ссылочка на его канал находится в описании ролика. Зайди, посмотри и подпишись, я уверен, что тебе понравится. Так, и конкретно что у нас? У нас идет открытие кейсиков. Так, в прошлый раз мы с вами не смогли открыть прическу, поэтому открываем прическу, и сразу падает ЛЛ-класса. Надо мне вспомнить, кстати говоря, по поводу того, сколько нам осталось. Нам одну ЛЛ-класса нужно будет еще выбить, чтобы мы перешли в М-класс. Если так выпадет, будет просто прекрасно. Но пока что Л-ки падают, поэтому открываем еще и надеемся, что выпадет ЛЛ-класс еще разок. Но вроде бы мне уже хватает предметов, чтобы просто скомбинировать, сделать вот так вот. И мы сами создали прическу М-класса. Отличненько, ребята. Так, но это все еще слишком слабо. Вроде как бы мы и открыли вещи, да? Вроде как мы и стали сильнее. Но это нифига не делает нас сильнее. На самом деле, мы только чуть-чуть приблизились к тому, чтобы стать гораздо жестче. Поэтому давайте открываем еще пачками, открываем еще пачками. А конкретно нужно прокачиваться. И сейчас будем смотреть, что у нас в конце концов выйдет. Надеюсь, что мы с вами прокачаемся хорошечно, хоть как-то дойдем до предметов. Хотя бы усилим предметы, которые у нас сейчас есть, чтобы было потом все супер-мега круто. Так, кстати говоря, мне еще интересует открыть вот эти вот вещи хотя бы по одному разу, просто чтобы было, и там некоторые вещи L-классом не выпали, так что нормально, по идее. Так, ну что, давайте посмотрим, что я могу скомбинировать. Могу создать еще одну прическу M-класса, то есть она станет гораздо сильнее, это для нас хорошо. И давайте скомбинируем то, что у нас есть еще вот здесь. Вот, просто вот так вот берем, делаем и смотрим, сколько из этого новых вещей у нас получится. Ну, три вещи LL-класса все равно хорошо. Также комбинируем простые вещи, которые у нас здесь остались, просто берем, делаем их вместе, вот так вот собираем и переходим, возможно, еще в какую-нибудь новую вещь. Так, L-класса у меня вещи и так закончились, зато две вещи M-класса у нас есть. Так, новый стол, возможно, ко мне подъехал. У меня нет, стол у меня все еще L-класса, но я могу усилить его, и будет он немножечко у меня круче. Так, и давайте сейчас комбинируем то, что у меня до этого осталось. Надо уж полностью все это доделывать, как-никак. Без этого никуда, как говорится. В этой игре по-любому надо так делать. Так, и может быть у меня стул новый подъехал, а? Так, стул у меня, да, L-класса появился стул, не LL-класса, но тоже неплохо. Так, фурнитуру давайте прокачаем. Возможно, я смогу создать более крутую фурнитуру, но это, конечно, небольшой шанс. Так, а давайте вот так вот просто кликаем и докуда докачаем, до туда и докачаем, конечно же. Так, дигиспид. Мне самое интересное, это размер живота и размер рта. Это для меня самые важные прокачки, по сути, все остальное. Ну и сила укуса. Остальное меня, конечно, не так сильно волнует. Так, надо быстренько нам выпить водичку. Все, выпили. Ну-ка, насколько теперь я лютый, если я нахожусь полностью в вещах М-класса? Ну, такое себе, конечно. Все еще видите, что для меня это дается тяжко, чтобы мы с вами прогрессировали дальше. Поэтому нужно открывать еще дальше контейнеры. Поэтому продолжаем открывать, насколько мы это дело можем сделать. И конкретно я буду открывать и то, и другое. И надеюсь, что докачаемся сейчас до 7 уровня вероятности, и мне начнут падать более сочные, более мощные, более крутые, более классные вещи и все такое, да? Ну, что вам объяснять? Вы и так понимаете, что будет, когда я перейду наконец-таки на следующий класс, и мы перешли. Ребята, теперь у меня есть шанс того, что мы выбьем сами вещь ММ-класса. Вы себе можете представить, что нам такое выпадет? Я не особо могу представить, что нам такое может выпасть, но я буду надеяться, что нам оно дропнется. Так, гемы у меня уже все улетели просто максимально быстро. У нас есть возможность, конечно, еще восполнить немножко гемов. Так, и давайте посмотрим, что у нас вышло. ММ-класса мне, к сожалению, не выпало. Парочку вот этих выпало. Так что вот так вот можно сделать. 4 прически М-класса у меня есть. И дальше нужно доделать то, что у нас здесь осталось. Давайте сейчас доделаем. Так, вот так вот делаем. Вот так вот делаем. Вот так вот делаем. Создаем еще вот так. Ну, не хватило. Немножечко не хватило. Немножечко не дотянули, но ничего страшного. Сейчас посмотрим. Это все равно у меня, если что, количество гемов у меня еще не максимальное, я могу еще немножко сейчас получить, потому что мы сами открыли очень много контейнеров, за счет этого я как раз могу еще добавить себе гемчиков.
Итак, у меня еще появились гемчики, теперь мы сами можем. Ну, я просто ачивки все собрал. И давайте-ка мы конкретно откроем еще контейнеры. Так, что мне больше всего осталось? Мне осталось доделать прическу М-класса, чтобы создать ММ-класса. Поэтому открываем мы вот эти вот вещи. Если повезет, конечно, мне на... Оу, да ладно, две прически М-класса просто так выпали. Вот так бы всегда. Ну чё, комбинируем, у нас прическа ММ-класса, у которой мощность просто офигеть, насколько больше, чем что до этого было. И осталось только создать костюм. Дальше костюмы будем открывать. Ну, на костюм у меня уже не так много гемов осталось, к сожалению. Так, ну все, что было, я все уже открыл. Дальше просто невыгодно будет открывать. Так, комбинируем, делаем вот так вот. Создаем М-класса вещь третью. У нас плюс 100% мощности. И дальше уже явно мне пока этого не хватит, при всем желании. Так, ну ладно, выпиваем водичку и смотрим, что у нас будет теперь. Ну, теперь мы хотя бы можем за один укус спокойно избавиться от этого хот-дога. Поэтому я, в принципе, могу пойти и проходить теперь X10 челлендж. Да и, в принципе, можно, на самом деле, можно еще даже гемов теперь выбить, если у меня такая мощь. В принципе, есть еще возможность. Но давайте сначала мы сделаем челлендж X10. А нужно дождаться только, когда вода перезарядится. А то иначе без воды это будет совсем хреново, если мы пойдем так просто сражаться, это будет не очень. Ну, там уже 5 секунд осталось, поэтому можно приступать к челленджу. Челлендж хот-дог у нас. Очень непростой будет челлендж, но я надеюсь, что мы с ним справимся. Так, пока что я заставлю нашего чувака объесться, потому что я иначе просто его в толчок отправлю вот таким вот образом. И после этого мы, надеюсь, успеем еще парочку таких прикончить. Такой не то сделал, блин, не надо было так делать. А, черт! Это был косяк, это было неправильно, это было совсем плохо сделано, и я вряд ли сейчас успею. Да, у меня совсем будут сейчас проблемы. Не, теперь не получится. Надо еще комплект одежды желательно, чтобы уж 100% пройти на изичах, поэтому сейчас попытаемся еще. Я, скорее всего, буду просто проходить челлендж с безлимитной едой, там по 3 минуты надо хавать, поэтому лучше я этот момент скипну. Итак, плюс косарь я еще получил, и отличненько, теперь у нас можно открыть еще контейнеры. Но знаете, что я вспомнил? Я такой сижу, я уже привык, что у меня обычно бонусы активированы. Я тут, оказывается, все это время сражаюсь с нашей едой-то без бонусов от рекламы. У меня не в два раза больше силы укуса, не в два раза больше размер рта и тому подобное. Поэтому, если я сейчас активирую все бонусы, мы с вами пройдем челлендж вообще суперизично. Но если уж я проходил челлендж на 1000 гемов, давайте мы с вами еще откроем парочку, а потом я активирую просто подходящие бонусы и посмотрим. Так, здесь, к сожалению, не повезло, вещи М-класса мне не выпали, но зато можно будет скомбинировать то, что у нас уже есть, и мы с вами получим еще одну вещь М-класса. У нас 150% мощности, и сейчас я как раз-таки рекламку посмотрю, активирую в два раза больше денег, в два раза больше размер рта, в два раза лучше жевалку и в два раза больше скорость поедания. Вот тогда уже будет другой разговор. Я активировал все бонусы, и давайте посмотрим теперь, как мы будем с вами жестко все хавать. Потому что сейчас с X2 бустерами, по сути, должно быть все супер изично для меня, так как вместимость и рта, и желудка должна была стать просто в разы больше. И поэтому давайте быстренько захаваем, что у нас есть. Я практически все уже сожрал, единственное, нас переполнило, и как обычно, дурацкая анимация запускается. Зачем вообще эта анимация все время срабатывает, типа, что он уже не может, что он вообще блюводит? Беги там в туалет, и все будет окей, оки-доки у нас все. Так, ну что, получили мы наши денежки. Получили мы нашу награду. Я, конечно же, 10-кратную сделаю, потому что потом хочу еще несколько прокачек за денежки сделать. Ну и давайте посмотрим, что у нас будет следующим после хот-дога. После хот-дога у нас открывается гамбургер. Ну, в принципе, ожидаемо, конечно. Ну-ка, насколько сложно гамбургер хавать? Ну да, ребята, конечно... Я вроде открыл вещи М-класса, такое ощущение, что я нифига уже не М-класса открыл вещи, точнее, ММ-класса. Ощущение, что все еще у меня что-то очень слабенькое, я еле-еле буду сейчас прогрессировать. На деле-то я прям капец как прокачался. Так, ладно, давайте сейчас я размер, наверное, все же рта прокачаю, мне он больше всего интересует. Размер желудка тоже меня интересует, и сила укуса, но тут у меня не так прям много бабла, чтобы прям хорошо прокачаться. Текс, что у нас дальше конкретно? Дальше нам нужно будет проходить либо челленджи, либо сейчас попытаться 10 гамбургеров съесть, в чем я не очень уверен. Я думаю, что нужно открыть еще парочку контейнеров. Мне кажется, это будет наиболее правильный вариант, поэтому сейчас пройду еще я челлендж, у меня здесь остался на пиццу, например. Пиццу я вполне себе смогу уничтожить. Итак, прошел я еще челлендж, и конкретно у меня сейчас есть 1148 гемчиков. Я, конечно, хотел пройти еще челлендж, но потом там оказался челлендж с хот-догами, чтобы захавать 100 хот-догов за короткий промежуток времени. Это вряд ли у меня получится с текущей прокачкой. Так, поэтому мы с вами открываем конкретно у нас костюм. Сколько нам осталось? Нам, как минимум, надо всего лишь выбить вещи. Ну, один костюмчик и будет вообще все хорошо. Но такое чувство, что сегодня не мой день в плане выпадения вещей, и, скорее всего, мне будет не вести. А, поэтому посмотрим. Ладно, комбинируем. О, не, я смогу
мастер создать вещь ММ-класса, как я и хотел. Все у нас она появляется. Теперь у нас вот такой вот... Цезарь, да? У нас такой Цезарь получился. Юлием, конечно, его не назвать, но Цезарь, короче, да. Так, окей. А теперь мы с вами можем очень много хавать, но я не знаю, смогу ли я выполнить челлендж. Это уж сомнительно, конечно. Но можно попытаться, но, может быть, я перейду на что-то, кроме конкретно этого бургера. Кстати, пусть сегодня кодовое слово будет бургер. Если вдруг я его не произносил, то я что-то забыл, я говорил или не говорил сегодня кодовое слово, поэтому, может быть, их будет даже два. Так, ну смотрите, в принципе, у меня есть шансы даже. Я думал, что совсем без шансов будет. А нет, так-то я могу даже и бургеры уничтожить, смотрите-ка. Окей, у меня есть шансы, значит, я могу все же это пройти. Я-то думал, что у нас вообще без шанса какого-либо, но я так смотрю, что сейчас спокойненько мы его и пройдем весь через. Хопа, все захавали, все полностью уничтожили и получаем наши заветные денежки. И сразу кучу левелов, кучу бабла за секунду просто получил. И давайте посмотрим, что у нас будет следующим. Это у нас спагетти! Будем съесть дальше спагетти, даже вилочкой, смотрите. Вот так вот у нас. Как все стало у нас лакшери-то, а? Так, сам даже спагетти захотел. Так, ну ладно. Нужно прокачать что-нибудь еще у нас, да? Что у меня плохо прокачано? Критическая жвалка вроде нормально. Так, шанс критического вот этого у меня не очень прокачан. Так, все деньги улетели сразу. Просто за секунду так. Опа! И... считайте, что у меня этих денег-то и не было. Так, вот сюда прокачаемся тогда, что там осталось, еще докачаю понемножечку, и все. Ну, дальше нужно каким-то боком будет эти спагетти хавать, но, как понимаете, даже под всеми бонусами я эти спагетти даже тарелку сажать не могу, меня уже сразу забивает, в чем что вещи у меня ММ-класса. Так что, ребята, если вы захотите продолжение, то лайками не забудьте поддержать, чем больше лайков, тем быстрее выйдет продолжение по данной игрушке, будем проходить ее дальше и открывать, конечно же, дальнейшие комплекты. Но, как вы понимаете, серии могут выходить не так быстро, потому что все же нужны гемы где-то брать. Вот, поэтому, да, поэтому серия долго не выходит, скорее всего, фармлю гемы, либо устал фармить гемы, не знаю, зависит от вашего количества лайков. Если 10 тысяч лайков наберете, например, то я точно пойду и запишу продолжение, даже если задолбаюсь фармить гемы. В общем, ребята, давайте лайки ставьте, подписывайтесь на канал, с вами был Кристалл, скоро увидимся, всем удачи, всем пока!